учения из беседы святителя Иоанна Златоуста. Робкие и боязливые апостолы по принятии Духа устремились в среду опасности и безбоязненно пошли на железо и в огонь, и на зверей, и в пучину морскую, и на всякое мучение. Не книжные и простые, они говорили с таким дерзновением, что поражали слушателей. Искудельных дух сделал их железными, окрылил их и не допустил впасть им в какую-либо слабость человеческую. Такова-то благодать Духа. Она, если находит печаль, уничтожает ее. Если злое вожделение, истребляет. Если страх, изгоняет. И кто сподобился ее, того не допускает уже быть человеком, но как бы, переселив на самое небо, располагает помышлять только о том, что на небе. Потому-то никто ничего из имения своего не называл своим, но непрестанно пребывали в молитвах, в веселье и простоте сердца. Деяния апостолов, 4 глава, 2 глава. Однако же скажешь, часто печалятся и люди, исполненные духа, но это печаль сладостнее радости. Печалился и Каин, но печалью мирской. Печалился и Павел, но печалью по Боге. Все духовное приносит величайшую пользу, равно как и все мирское, крайний вред. Привлечем же к себе через исполнение заповедей необоримую помощь Духа, и мы будем ничем не меньше ангелов. Ведь и они не потому таковы, что бесплотны, иначе никто из бесплотных не был бы злым, но везде причиной всему свободное произведение. Потому-то и между бесплотными нашлись такие, которые хуже людей, и даже бессловесных, и между обреченными плотью такие, которые лучше бесплотных. Так все праведники, хотя жили на земле и имели тело, однако же совершили великие дела. На земле они жили как пришельцы и странники, а на небе как граждане. Не говори же и ты, я облечен плотью, не могу одолеть ее, не могу взять на себя трудов добродетели. Не обвиняй Создателя. Ведь если от того, что мы носим плоть, добродетель становится для нас невозможной, то мы уже невиновны. Но что она не делается от того невозможным, это доказывает лик святых. То есть много святых и в разное время, и в наше время были и есть, которые доказали, что можно достичь святости. Можно. Святыми никто не рождается. А Царствие Небесное берется усилиями. Употребляющие усилия восхищает его. Только так можно. И мы читаем, когда жития святых, то видим все святые, которые первых веков мученики, какие претерпевали мучения. Есть юные совсем, 9-летние мученицы, 12-летние, юные совсем. Но они твердо знали, что исходя из этой жизни, они получат вечную жизнь и будут вечно со Христом. Аминь. Слава, причастники, послушаем благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.